Однажды, закинув в сети, Евгений Додолев поймал прекрасную русалку. В гостях у нас Ольга Машная, актриса, которой в жизни везло. Это было судьбой, я бы сказала. Она тут же погрузила его в пучину страстей. Поэтому я на вас смотрю, как на девочку. Я всегда знала, что я какое-то растение отдельное. Не позволила мутить воду. Вы долго думали, чтобы мне это сказать? Это обидно. И обеспечила богатый улов хорошего настроения. Вас тянуло в богем. Я матерюсь просто как заправский матрос. Золотая рыбка. Ольга Машная. Я не знала, как это будет, я не знала, где это будет, но я знала, что я хочу. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:20 на телеканале «Москва. Доверие».